Пудовкин Александр Александрович, аудитория номер 3. Пудовкин Александр Александрович. Ничего. Все, проходи, пожалуйста. Уважаемые участники экзамена, послушайте первую часть выступления. Сегодня вы сдаете экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям компьютерной формы. ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти. Будьте уверены, каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы, поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. Вместе с тем напоминаю, что в целях предупреждения нарушений порядка проведения ЕГЭ в аудиториях ПБ ведется видеонаблюдение. Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок. В день проведения экзамена, в период с момента входа ПБ и до окончания экзамена, ПБ запрещается. Иметь при себе средства связи, электронную вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.